Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я же делюсь с вами только информацией. Несколько дней назад я зашла в новый немецкий проект. Это социально-рекламная сеть. Называется yugl.net. Так вот она выглядит. Значит, некоторые сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что нужно в мой профиль обязательно подтвердить номер телефона. И многим не приходит код СМС, что для подтверждения. Значит, ребят, вы пишите или мне об этом, как бы сюда, или я ставлю свой скайп для связи, только пишите цель добавления. Или же пишите вот этой даме, вот это Алехандро Риедел. Это что-то наподобие, как бы это сказать, поддержки. Как таковой поддержки здесь нет, да, суппорта. А вот эта дама, она всем везде и во всем помогает. Вот. Или же пишите мне, я вам помогу. Я напишу тогда этой даме, когда она будет онлайн. И если, смотрите, вот зелененько горит, значит, человек находится в сети онлайн. Если не горит, значит, человека нет в сети. Вот она сейчас не в сети. Вот я сегодня по своему партнеру помогала. Вот мы с ним вместе решали эту проблему. И так нам повезло, что вот эта дама, девушка, была Алехандро Риедел. Она была онлайн. И мы быстренько эту проблему решили. Она нам помогла. Или же вы ей посылаете сами свой номер телефона вместе с кодом страны. Она вам в ответ высылает смс-код. Вы уже активируете этот смс-код и как бы подтверждаете телефон. Далее что? На чем мы здесь зарабатываем? Как бы я уже показывала в прошлом видео, как бы, да? Значит, на просмотре видео. Видео у кого-то показывает, у кого-то видео не показывает. Значит, у кого показывает, можете зарабатывать как бы на просмотре видео. У кого не показывает, расширением не надо только пользоваться, иначе могут забанить. Вот. Я писала, опять же, вот этой даме по поводу видео. Она мне сказала, что программисты знают об этой проблеме, и они ее решают. А когда они ее решат, вот это, этого мы не знаем. Значит, далее что? Далее мы здесь еще зарабатываем на просмотре рекламы, как в обычном буксе. Значит, у меня как бы все просмотрено. Вот. И я не знаю, сейчас получится у меня вам показать. Нажимаете вот на название, и вас перебрасывает на страничку рекламодателя. Можете почитать здесь все, просмотреть. Но со странички никуда нельзя уходить. Потому что ждем, ну, секунд 20, 30, ну, может быть, 40, да? Здесь должно появиться такое окошечко. И в течение 10 секунд мы должны забрать вот эти монетки, нажать на «от». Видите, пошел отсчет. И вот в течение вот этих секунд я нажимаю. Все, мне вот эта монетка упала на баланс. Со странички мы никуда не уходим. Вот это наш баланс. Вот у меня 83 югл монеты. Это местная как бы монета, да? Значит, курс этой монеты 100 югл равно 1 евро. Чтобы нам насобирать на вывод, а вывод здесь 50 евро минимальный, у нас на балансе должно быть 5000 югл монет. Вот так, значит, ну что... Еще на просмотре заданий, ой, на выполнение заданий, уже заговариваюсь. Значит, вот задания. Я не люблю задания всякие. И что? Форум. Значит, возвращаемся. Вот здесь форум. Нажимаем. Значит, как здесь мы будем тоже зарабатывать? Вот здесь можно загрузить фотографию, написать текст о чем угодно. Вот, нажимаете далее
сюда, выбираете там категорию, ну, для всех, да, например, ну и здесь вот, это все переведете на русский, можно как бы, информации на Ютубе много, ссылки свои, рекламные проекты, здесь как бы не надо этого делать, потому что есть такая информация, что можно, могут оштрафовать или забанить, ну, что-то в этом роде. Лучше просто текст какой-нибудь. И вот за всякие вот эти лайки, я уже здесь все пролайкала, вот нам как бы тоже начисляют. Вот, я вот этого человека уже ставила лайк или дизлайк. За вот это нам тоже, за комментарии нам тоже начисляют монетки вот эти. Но только не сразу, а через 24 часа. Значит, давайте опустимся ниже. Я потому что делала уже свой пост. Я выставила, я загрузила фотографию, скопировала текст, вставила, и все, окей. И улетел мой пост, короче. И то, что люди будут кому-то понравится, поставят лайк, кому-то не понравится, поставят лайк. За все это, как бы, нам будут тоже начислять, вот, видите, монетку, только лишь через 24 часа, правда. Ну, лишь бы платили. Ну, вот, видите, у меня мой пост вот по нулям. Вот человеку надо поставить лайк. За это все будут платить нам. Можно оставить комментарий. Вот этому давайте оставим комментарий. Здесь как бы такой местный, скажем, язык, да, как бы общается. Вот такой я поставлю лайк, и вот такой я отправлю сент. Это обозначает, я вам поставила лайк, как бы вы мне тоже в ответ поставьте лайк. Вот. Общение такое вот местное, да? Как бы. Я очень-очень много все. Вот. И за это, вот за все вот эти действия мне не найти свой будет комментарий. Не комментарий, а этот пост. Он очень далеко улетел. Вот. Ну ладно. Но тем не менее, я уже не буду здесь, можно бесконечно все это крутить. Ну, суть понятна, да, как зарабатывать. Вот, на этом я буду, ребят, заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Заработок без вложений. Посмотрите мое первое видео, пожалуйста. Я сделала плейлист и буду выкладывать видео по мере того, как я разбираюсь здесь. Хочу освоиться немножечко, да, как бы, и буду выкладывать видеообзоры. Еще здесь нужно делать верификацию. Верификацию я сделаю чуток попозже, потому что я еще не до конца здесь освоилась. Вот. Телефон я, у меня подтвержден, а надо вот будет делать верификацию. Об этом я также буду снимать видео. Вот, ну, помаленечку, потихонечку будем осваиваться. Вот, и как бы, вот, ну, и информировать. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пишите, я помогу всем, чем смогу, и своим, и не своим. Я всем помогаю, если я могу чем-то помочь. На этом все. До новых встреч.